Привет, мои хорошие тигрятки, сегодня с вами снова я, Тигр Надя. Давно не было Тигр Мэйл, потому что почему-то в последнее время очень плохо доходят письма до меня, просто очень плохо, и очень многие теряются, даже заказное потеряли, я уже не знаю, что делать, очень обидно. Мои письма вроде все доходят, вот, и сейчас я покажу вам три письма, которые получила за неделю. Да, за неделю три письма вот таких вот разных. Покажу сначала первое, это от Иры. Такой вот конвертик. Мне очень понравилась марочка. Очень такая интересная федеральная таможенная служба. Вот, обычный большой конвертик. А внутри у нас здесь был фолдер, который она первый раз сделала для меня. Итак, надеюсь, что ничего не потерялось. Вроде бы все на месте лежит. Очень такой симпатичный фолдер. Такой вот, с одной стороны, скромный, но в то же время такой интересный. Вот эта вот бумага, картон, он такой красивый. Посмотрите, он прям как голографик переливается. Я люблю такие вещи, залипаю на них постоянно, поэтому это меня подкупило. Здесь вот такая вот звездочка очень красивая со стразинкой. И все это было вот так вот закрыто на ниточку, за эту звездочку. Здесь вот из книги какой-то газетный обрывок. Я очень люблю такие вещи, просто обожаю. Такие вот две ленточки здесь тоже симпатичные, которые по цветам перекликаются с буковками. Здесь у нас вот так вот открываем одну сторону. Здесь идет очень красивая наклейка, блестящая, с птичкой. Вот она переливается. Тоже очень красивый картон. Здесь у нас стикеры для записей. Такие вот тоже симпатичные очень. Вторую сторону мы открываем. Здесь у нас пакетик с вырезками. Итак, в этом пакетике у нас были вот такие вот распечатки, самодельные наклейки. С такими вот с оборотом. Здесь совушки разные. Снос Мумрик. Здесь вот чуть-чуть склеилось. Такая солнышко. Некоторые очень мутные, и поэтому я даже не знаю, как их применить, где. Такие красивые такие ленточки. Здесь у нас само письмо. У меня тоже такой блокнот есть с такими листами. Очень красивая скраб-бумага. Здесь такая розовая и кружевной скотч белый. Так, далее у нас здесь был чай. Вот этот чай у нас, не знаю, какой фирмы. Такой пакетик. Ага, это тоже у нас принцесса Нури. Да, принцесса Нури. И второй пакетик чая тоже принцесса Нури лимон. Да, и вот такая вот у нас здесь карточка с вырубным роботом. Даже не знаю, откуда она и для чего. Но думаю, что, возможно, для каких-то, может быть, детских работ пригодится. Далее вот такой вот у нас конвертик очень классный. Believe in yourself. Здесь написано, у меня, кстати, тоже есть вот такая вот вырубка. Странно, мне кажется, что это моя вырубка. Потому что у меня такая же бумага. И я делала, также вырезала ее. Возможно, это моя. Вот. И она использована здесь на конверте. Прикольненько так. Так. Смотрите, какая миленькая здесь наклеечка. Она тоже голографическая. Но на камере этого не видно. Она переливается. Это у нас письмо из Калининграда, кажется. О! Сразу здесь у нас выпала распечатка. А, знаете, прикол в том, что вот это моя распечатка. Ей много лет. А, да, из моего принтера. Я ее печатала, точно так же вырезала, прям вот один в один. Я ее отсылала кому-то, и кто-то прислал этой девочке, и она
переслала мне. И вот это очень странно смотрится. Да. Потому что вот, да. Здесь ангелочек. Так что бывает даже такое. Ты отсылаешь одному, а другой присылает тебе твое уже. Такие вот здесь распечатки. Здесь идет письмо. Еще одна распечатка. И вот что-то такое. Так, здесь флаеры у меня такие есть. Затем вот такая вот интересная бумага. Порванная, конечно, но думаю, что можно ее использовать. Очень красивая. Наклейка с тортиком. Это... Я не знаю, что это должно быть. Теперь переходим к письму от Ирины. Оно такое вот очень классное. Посмотрите, какая здесь рыбка. С этой стороны тоже очень-очень красиво все сделано. Так просто разрисовано очень красиво. Давайте посмотрим, что здесь есть внутри. Так, какая-то у нас такая штучка тяжеленькая. Танец дельфина написано. Рисунок вот такой вот. Здесь у нас какая-то цитата. Здесь мне советуют посмотреть «Песнь моря». Я начинала смотреть, но так и не досмотрела. Планирую. И вот фотография с рисунком, ну, точнее, с иллюстрацией из этого мультфильма. Так, у нас здесь выпадает чай. Гринфилд. Зеленая мелисса. Это для моей мамы. Я зеленый чай не пью. Такая вот карточка морская, очень классная. Это у нас скраб-бумага, наверное. Из нее сделана такая открытка. Факты о море. Очень-очень классно. Письмо у нас написано вот на таких листах. Здесь у нас 4 листа. Прикольно, очень так сделано, интересно. Что такое вот прикольное письмо? Давайте посмотрим, что у нас здесь. Знаете, мне кажется, да, я права. Это шоколадка. Прикольно. Обязательно с чаем ее попью. Да. Это у нас молочная шоколадка. Спасибо большое. Так прикольно получается шоколадку в письме. Это очень классно. И очень красивое послание на самом деле. Этот мультик. Я обязательно теперь его посмотрю, раз ты мне его советуешь. Вот, так что такие вот сегодня письма были. Очень жалко, что приходит так мало писем в последнее время. Думаю, оставить еще раз анкету, потому что некоторые собеседники почему-то перестали отвечать. Если у вас есть желание написать мне письмо, то, пожалуйста, я буду очень рада. Можете писать мне в личные сообщения или оставлять внизу свои комментарии. И на этом буду заканчивать. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Ребятушки, тут пришло еще одно письмо. Я решила перед тем, как монтировать, вставить вот этот кусочек. Это письмо у нас из Алтайского края. Но я не знаю, оно от кого, потому что оно не подписано. Позади только послание о том, что простите за такой скудный конверт. У меня не было времени на что-то другое. Если что, в будущем будет лучше. Оправдание. Вот. Вот так вот, когда я открыла, был такой, я не знаю, фолдер, наверное, лентой перевязан. I'm unicorn. И давайте посмотрим, что у нас здесь внутри. Наверное, вот так вот я открою аккуратно, чтобы ничего не испортить. Очень красивая ленточка. Пригодится. Здесь у нас распечатки. Очень такие симпатичные. Еще один сюрприз написано. Вот это очень красивая, но она испортилась. Она помялась и попала вода, и здесь
как видите, такое пятно. Да. Но очень красивое. И здесь написано окей. Кажется, да, это все. Такой самодельный фолдер. Давайте посмотрим, что у нас внутри. О, прикольно, как стань единорогом. Все в таком стиле единорога. А здесь у нас Тесс. Ти, он приклеен. Да, видимо, приклеен. Мне рвать не хочется, я потом попробую аккуратно отклеить. Ну, в общем, это, кажется, зеленый Тесс. А, так, здесь у нас отклеилось. Давайте посмотрим. Здесь вот распечатки, как я понимаю, на тему единорогов. Вот. Такая вот прикольная. Вот это мне, кстати, понадобится. Что у нас тут еще? Такие киды. Вся такая подростковая тематика. Посмотрим, может быть, пригодится где-то. Ну вот хэштег, да, пригодится. Селфи. Принцесс. Тоже ничего так. Стань единорогом. Напоминает рекламу спрайта, кажется, да? Огурец. Где единорог. Пиксельная такая распечатка. Макароны. Потом True Story. Такая распечатка. Так, давайте посмотрим, что во втором конверте. Кажется, здесь тоже плохо приклеен. Да. Я думаю, что здесь лежит письмо. Да, здесь лежит письмо. И самодельный тег. Очень прикольный такой. И здесь вопросики идут. И вот само письмо. Лист А4. Довольно содержательно. Я уже отсюда вижу. Да, вот так вот. Так что такое вот послание. Симпатичное. Спасибо большое. И теперь заканчиваю. Всех люблю, целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.